Добрейшего, друзья, всем времени суток, симулятор русской деревни. Попытаемся здесь выжить, попытаемся здесь наладить связь с местными жителями, а также попытаемся развить наше сельское хозяйство. В общем и целом, закинули нас сюда, ну и будем, в принципе, как-то здесь развиваться. Я смотрю, что мужчины здесь уже давным-давно с утра что-то отмечают, и у нас, получается, здесь Аристарх Петрович уже с самого утра здесь синячит. В общем, а чем заняться еще в деревне? Конечно же, с утра нужно накидаться. Тем не менее, здесь персонаж, который деда брата Максима, вернее, брат деда Максима, я думаю, он как раз-таки нас и будет знакомить с нашей деревней, покажет нам первый шаги, что нам делать, куда идти, кому подойти и чем заняться, думаю, ведет нас в курс дела. Брат деда Максима, здравствуйте, Иван. Как же я тебя ждал. Давно у нас не было пополнения в деревне. Надеюсь, тебе понравится у нас. Ну что ж, друзья, я думаю, нам надо идти следовать за ним. А может быть, ну да, в принципе, понравится мне у вас или нет, мы это, конечно же, выясним чуть попозже. Ну, а в целом, веди нас куда-нибудь, показывай, что-то он, ребят, стоит и идти никуда не хочет. Давайте, наверное, пробежимся сами, посмотрим, что здесь у нас есть. И, кстати, трактора у нас тоже, в принципе, здесь ездят, занимаются своим делом. Ну и в целом, почему-то у нас не идет никуда персонаж. Друзья мои, если что, игра еще находится в бета-версии, поэтому могут быть какие-то нестыковочки. Ну и в целом, ребят, жить мы будем вот в этом прекрасном доме, друзья мои. Помогать будем ближним соседям своим и, в принципе, получать от них за это денежки, водочку, ну и репутацию. Зацените, значит, здесь холодильник. В холодильнике можем хранить все, что угодно, то есть, ну, любые наши вещи. Плюс ко всему, здесь можно поставить русскую печку. И, естественно, мы сейчас этого сделать не можем. Ну и в целом, друзья мои, в целом у нас есть кухонька. У нас есть кухонька, есть спички. Обязательно надо сходить в баню. Обязательно надо сходить в баню, снять усталость. В общем, здесь даже есть какие-то у нас, получается, какая-то утварь. Ну и диванчик, кроватка, на которой мы можем спать. Когда вы пользуетесь кроватью, вы восстанавливаете свои силы, вы просыпаетесь утром каждые 6 и 8 часов утра. В общем и целом, значит, смотрите, у нас есть выносливость, есть здоровье, есть усталость, есть голод и есть жажда. И, собственно говоря, друзья мои, есть даже вот такое вот радио. Смотрите, Беларусь. Давайте заведем что-нибудь. Опа, музон пошел. В общем, отлично. Ну и в целом, значит, это наш домик. Да, кстати, смотрите, телевизор у нас не показывает. Ну, да ладно, у нас без телевизора есть чем заняться. Пойдемте зайдем во двор, посмотрим, что у нас там. Ну и, собственно говоря, написал отзыв, сделал игру лучше. Игра, ребят, еще в бета-версии, я и повторюсь, как сказал раньше, она еще в бета-версии. Ну и в целом, ребят, самогонный аппарат мы здесь также можем поставить, но пока что у нас на это нет никаких запчастей, нет ни денег, нет ничего. Здесь у нас также есть гуси, утки, курицы. Собственно говоря, вот такой вот вольерчик для них. Опять же, у нас пока что нет животных. Здесь мы откроем, если дверьку, мы можем поставить, ребят, вот такой вот амбар. Собственно говоря, все это подсвечено. Здесь у нас также, собственно, в этом амбаре можно насыпать зерно животным, чтобы животные наши употребляли, да, пищу, чтобы пища у них была. Сено, количество, опять же, ноль, да. И вот, пожалуйста, смотрите, значит, коровы, овцы, свиньи. В общем, все это дело можно приделать. Но пока что мы еще на пути развития, друзья мои. Иван наш приехал в деревню. И здесь мы сейчас будем что-то делать. Что-то, кстати, грядки все заросли. Очень похоже на цветочники, да. Но это, скорее всего, у нас, ребят, прям вот конкретно все заросло. Далее, надо прополоть грядку. Обязательно к этому вернемся. У нас есть здесь, смотрите, что консервирование. Можем заготавливать консервы. Но для того, чтобы что-то заготовить, надо сначала вырастет. Все дело на грядочках, ребят. Далее, значит, где это все хранить мы будем, конечно же, вот здесь вот в подполье. Полочки есть, все это есть, ребят, и зарабатывать на этом денежки. Собственно говоря, цель, да, купить самогонный аппарат. Ну и здесь есть столярная мастерская. Здесь у нас на верстаке можно создавать различные изделия, например, скворечники. Для скворечников места на карте очень, я бы сказал, обширно определены. В общем, можно заниматься этим делом, ставить скворечники. Здесь какой-то чертеж, не знаю, что это за чертеж. Ну и вот здесь вот мы можем пилить досоньки, друзья мои, досоньки. В общем, настольная пила позволяет распиливать бревна на доски. Из досок можно строить различные предметы. На верстаке доски также можно использовать для выполнения квестов на заводе. Так, здесь вы найдете мотыги, необходимые для добычи камня. И здесь, чтобы взломать сундуки, разбросанные по всей карте, вам понадобятся отмычки.
Здесь у нас на заводе забись. За... А, понял. Слушай, букву пропустили, ничего страшного. Какой-то не, значит, не, короче, ученый какой-то писатель здесь, да, у нас попался. Букву пропустил, засранец такой. Ну ладно. В общем и целом, это наша мастерская по производству консервов, по производству деревянных изделий. Ну и в целом, самое же главное в деревне у нас что, ребят? Естественно, самое главное, это у нас баня. Баня, друзья мои, баня. Вот она родимая, вот она родимая. Давайте, знаете, что мы с вами сделаем? Сразу же принесем водички в эту баню. При использовании колодца за один раз вы набираете 10 литров воды. Вода пригодна для питья, водопой животных, мытья в бане, приготовления пищи и самогоноварения. Это главное. Ну и в целом, смотрите, значит, мы набираем за одно нажатие буковки Е, набираем 10 литров воды. Нам для помывки в бане, у нас есть инвентарь, для помывки в бане надо 100 литров, да, получается по 10 литров. Давай сейчас мы наберем и затопим нашу баню. Дрова, насколько я знаю, у нас есть. А потом приступим к прополке огорода. Ну и пробежимся по соседям, посмотрим, какая может быть помощь им от меня нужна. В целом, друзья мои, вот такая вот игрушечка, в принципе, еще раз напомню, игрушка в бета-версии, сами знаете, где продается. Стоит, кстати, недорого, но поугарать можно, можно. Так, сколько у нас уже, получается, литров воды мы набрали? 60, еще 40 литров добираем, и попробуем растопить нашу баню. И, собственно говоря, смыть нашу вот эту дорожную грязь, да, пока мы сюда добирались на этом тракторе, который нас вез. Мы все в пыли 100%. Так, ну и последнее ведро. Набираем, идем затапливать нашу баню. 100, все, отлично. Идем сюда, здесь у нас, значит, в бане можно снять усталость. Для того, чтобы затопить баню, необходимо набрать воды из колодца или деревенской колонки. Найти спички и дрова. Спички можно купить в магазине, соберите в лесу дрова, нарубите их. Ребят, у нас на самом деле, значит, в магазине можно купить не только спички, там есть много-много всего интересного. Так, а дров у нас нет, у меня нет с собой дров, ребят. А вот мы вот сейчас дрова вот здесь вот возьмем, одолжим, здесь уже кто-то нам нарубил дров, отлично. Все, баньку мы затопили, ребят, а? Зацените, да? Ведро воды у нас есть. Все, отлично, под потек, стало жарко, классная баня. И мы, собственно говоря, помоемся. Помоемся в бане. Естественно, здесь никаких картинок, хотя хотелось бы что-нибудь увидеть, да? Но ничего нет. Помылись, отлично, отдохнули. В общем, давайте отсюда уходим, а то у нас пот ручьем прямо на лицо. Закрываем все это дело, ребят, закрываем дверь, чтобы жар у нас никуда не ушел. Ну и, собственно говоря, огород. Огород, на котором будем выращивать помидорки и огурцы. Я думаю, включим музяку. Включим музяку, ребят, бумбокс. Вот такой вот у нас здесь стоит, да? Оп, понеслась, ребят, да? Ништяк. Так, давайте прополим. Оп. Отлично. Так, смотрите, грядочки наши уже будут готовы к посевной. Помидорки, огурчики, тыковки, там, арбузики. Кстати, арбузики тоже можно здесь выращивать. Поехали. Отлично. Так, и, в принципе, вот еще нам две штучки осталось. Так, отлично. Так. Все, грядки мы пропололи. Вот еще одна грядка осталась. Давайте ее тоже прополим. Ну и, собственно говоря, все, готовы для посевной. Надо будет прикупить в магазине, значит, нам семена. Ну и в целом, да, у нас еще есть вот такой вот гараж, в котором стоит, естественно, жига, ребят, жига. На этой жиге мы можем колесить по деревне. Друзья мои, зацените аппарат, еще нигде не продается. Вот такого вот синего цвета. То есть на жиге мы можем колесить по нашей деревне и, собственно говоря, попадать в такие потаенные места. Но нас интересуют соседи. Пойдемте знакомиться с соседями. Здесь есть бабуля. Бабуля Божий одуванчик, друзья мои, и у нее есть для меня задание. Для начала мы уберем вот этот вот навоз. И, собственно говоря, я думаю, что в будущем он нам пригодится, потому как все-таки мы плюс 20 его получаем. Я думаю, может быть, он также сойдет на удобрение для наших грядок. Ну и вот бабуля. Друзья мои, Софья Семеновна, давайте с ней немножко поговорим. Милый, принеси мне, пожалуйста, воды из колодца или колонки. Мне бы очень хотелось попить свежей воды, чтобы утолить жажду. Это также помогает мне чувствовать приятное ощущение прохлады в жаркий летний день. За это бабуля нам даст 100 рублей денег и бутылочку водочки, ребят. Бутылочка водки, ну, валюта, может быть, местная такая вот, знаете. То есть колоночка у нас вот тут есть. Мы сейчас наберем ей 100 литров водички. Да, получается, ведерочка воды. Нам надо набрать 10 литров есть. Да, и отнесем. И для нее у нас будет еще один квест.
Вот второй квест мы возьмем с вами, друзья мои, и пойдем, значит, знакомиться с местными. И, кстати, наверняка съездим как раз-таки в магазин, посмотрим, что там можно приобрести и какие товары, в принципе, там можно купить. Кроме водки, спичек, соли и всего остального. Кстати, соль, сахар и все остальное нам понадобится для консервирования продуктов наших, которые мы вырастим на грядке. Так, окей. Давайте посмотрим, сколько у нас воды. У нас вода уже 160, более чем достаточно для попития бабушки. Бабушки, зацените. Так, оп, завершено. То есть она говорит мне спасибо, дорогой. И, собственно, Софья Семеновна просит нас: «Милок, молодец, ты настоящий ремонтник. Я заметила, что забор начал крошиться, и его нужно починить. Будь добр, помоги мне с этой задачей. Проверь, пожалуйста, какая именно секция забора нуждается в ремонте. После этого займись заменой сломанных деревянных досок или прутьев. Будь осторожен при работе с инструментами. И помни, что я очень ценю твою помощь и умение решать подобные задачи. Спасибо. За это бабуля нам даст 300 рублей и бутылочку водочки». Принимаемся за работу, ребят. Ну и для этого нам надо собрать вот такие вот бревна, да. Значит, плюс один. Одно бревно нам даст две доски. Давайте, наверное, здесь еще посмотрим. Вот еще одно бревно лежит. Оп. Ну и, собственно говоря, три бревнышка мы здесь найдем, а нам нужно 16, да, 16 штук. У бабушки, кстати, огород в порядке, и не то, что мой, в принципе, да, у бабули растут здесь и арбузики, зацените, ребят, и баклажанчики. В общем, здесь все в порядке. Даже есть внучок, получается, да? Ты кто? Это у нас Алексей. Хотя больше всего этот мужчина смахивает не на внучка, а на ее мужа. Немножко поистаскался. Ну да ладно. Так, ну что, прыгаем в нашу жигу и летим в магазин смотреть, что мы можем приобрести за наши 100 рублей. Кстати, жига заниженная. Зацените, ребят, мы хоть и в деревне, но мы на стиле. На стиле. Поехали. Да, кстати, животных категорически не советую здесь сбивать, если не хотите оказаться в больнице у очень сексуальной медсестры. Но тогда вы потеряете часть денег и лишитесь кое-какой репутации, хотя, может быть, это даже того стоит. В общем, друзья, у нас вечер, мы остановимся вот здесь вот в магазинчике. Есть торговка, уличная торговка, торговка, торговец. Смотрите, у нас даже есть фонарик. Фонарик, чтобы не заблудиться. Это у нас Мария Ивановна. Мария Ивановна, значит, торгует семенами помидор. Мы у нее купим, значит, семена помидор, семена огурцов. Значит, тоже купим. У нее есть практически все семена. Тыквенные семечки, семена баклажан, семена перца, семена капусты, семена картофеля. В общем, большое спасибо Марии Ивановне за семена. Мы обязательно посадим наши грядоньки, друзья мои. И вот тут пустая бутылочка. Мы ее соберем. Бутылочка пустая. В магазине можно покупать и продавать свои товары. Ну и, собственно говоря, давайте посетим магазинчик. Здесь у нас, получается, продавец Галина Алексеевна. Вот такая вот у нас Галина Алексеевна. Значит, мы попробуем что-нибудь здесь посмотреть, что вообще здесь продается, что можно здесь купить. Кстати, давайте, наверное, ей продадим водку. Я думаю, в принципе, она нам не нужна, а деньги будут, не лишние. По крайней мере, водка. Кстати, мы ведь ей можем даже продать перегной. Ребят, зацените, смотрите, что. То есть мы денег сейчас заработаем, ну, достаточно еще на покупку семян. Я думаю, мы все грядки с вами засадим. Но, значит, что же у нас в ассортименте здесь есть? У нас есть хлеб, колбаса, капуста, специи, соль. Соль нам нужна, купим соль. Здесь есть свекла, лук, рис, тесто, консервированные, ну, консервированные, наверное, у нас горошек, я думаю, так, творог, растительное масло, фарш, майонез, яйцо, сахар. Сахар нам тоже, кстати, нужен будет для нашего занятия консервации. Ну, а здесь также у нас еще есть дрожжи, как раз-таки для самогоноварения будет очень даже, кстати. Ну и, в принципе, овощи и отмычки. Далее, значит, мы здесь уже все приобрели, то, что нам нужно. Давайте, наверное, мы с вами вернемся опять вот сюда и купим еще пару семян. Ну, я думаю, наверное, помидор и огурцов. Хотя, да, давайте, наверное, возьмем еще вот так. И думаю, пока что хватит. В целом, теперь вернемся домой и, наверное, я думаю, поспим. Хотя, давайте с фонариком прогуляемся. Вот здесь вот рядом опушечка есть. И попробуем найти еще бревнышек для... Зацените, какие у нас подсолнухи, ребят. К сожалению, их сорвать нельзя, но подсолнухи прям годные. В общем, что у нас тут написано на табличке? Здесь у нас написано, от чего так в России березы шумят.
чего белоствольные все понимают. Но нам нужно найти пару досок, пару бревен, чтобы, в принципе, починить забор бабули. Во, смотрите, вижу. Так, оп, сюда, оп, сюда. Значит, здесь еще где-то было. Вот здесь. Так, сюда, сюда. Отлично. И еще, наверное, штучку одну. О, ничего себе, а ты кто? Это защитница леса Евгения. Смотри-ка, мне очень жаль сообщать вам о такой ужасной ситуации, но браконьеры расставили ловушки на наших диких животных. Это вызывает у меня глубокую озабоченность. И я надеюсь, что вы сможете помочь мне решить эти проблемы. Ну, вернее, одна проблема. Моя просьба заключается в том, чтобы вы нашли, принесли все капканы, установленные браконьерами в нашем лесу. Это очень важная задача. Потому что капканы могут ранить и навредить многим животным, которые являются важной частью нашей экосистемы. Я глубоко признательна вам за помощь в этом вопросе. Это не только поможет спасти животных, но и принесет пользу нашему окружающему миру. Нужно найти 10 капканов, и за это она дает нам 100 рублей. Пока что защитница леса Евгения, у меня есть дела поважнее, и я вернусь к вам позже, как только появится свободное время. Обязательно, обещаю. Ну и в целом, значит, получается, здесь все поленья мы собрали. Да, поленья мы все собрали. Кстати, вот смотрите, значит, животные гуляют, и никто их не ест, никто их не крадет. В принципе, мы сейчас вернемся в нашу столярную мастерскую, напилим бабушке досок, поспим, я думаю, до утра, чтобы силы наши восстановились. Вот, кстати, еще одну нашел. Ну и пойдем чинить забор, за что бабуля нам даст 300 рублей и бутылочку водочки. Ну и в целом еще мы посадим свой огород. А сейчас я хочу посмотреть, у моего соседа есть самогонный аппарат, и сосед, занимается самогоноварением. И, кстати, у него тут есть бутылочки, ребят, бутылочки. Смотри-ка, водочка. Смотри, вот такой вот самогонный аппарат чудесный у нашего соседа есть. Ну, пока сосед не видит, можно у него немножко позаимствовать этих бутылочек. На самом деле здесь довольно-таки много этих бутылок. Смотрите, сколько я уже насобирал. И, кстати, вот, пожалуйста, еще одно полено. Полено нам пригодится. Так, отлично, отлично. Телевизор, кстати, тоже нужно бы взять, но пока что у меня нет машины, на которой можно его перевезти. В целом, телевизоры будем искать. Кстати, смотрите, мы быстро слишком ночь прошла и уже рассвет. Поэтому сон отменяется, выносливость у нас еще есть. Поехали чинить бабуле забор за 300 рублей, друзья мои. Благо, мы недалеко здесь отъехали, буквально вот рядышком. Так, значит, вот здесь вот мы сейчас остановимся, запаркуемся, отлично. Да, и кстати, смотри-ка, ружье. Да? Смотри, у нас теперь есть ружье, ничего себе. Бам! Супер! Класс! Слушай, класс, бежи в нашу столярную мастерскую. Я думаю, что это был единственный патрон в этом ружье. Больше патронов у нас нет. Так, вот сюда вот мы заходим и, значит, распиливаем количество 10. Да, распиливаем доски, друзья мои, и чиним бабульке забор. Отлично. Так, сколько мы получили? 20 досок нам более чем достаточно. Но перед тем, как пойти распилить бабуле забор, мы посадим здесь что-нибудь интересное. На грядках можно выращивать различные овощи и другие культуры. Семена для них нужно будет купить у Марии Ивановны. У Марии Ивановны. Выращивайте, собирайте урожай, храните его в подвале вашего сарая. Обязательно таскайте мешки по одному. Во время работ на огороде время летит незаметно. То есть мы запомним, что мешки надо таскать по одному. Сюда мы посадим помидорки. Отлично. Здесь у нас будут расти помидорки. Здесь мы рядышком посадим у нас огурчики. Вот здесь вот, да? Вот здесь мы посадим огурчики. Так, огурчики. Усталость, ребят, у нас очень большая. Нам нужно либо сходить в баню, либо поспать. Я думаю, что сейчас мы что-нибудь с этим решим. Ну и, собственно говоря, здесь мы посадим еще вот такие вот помидорки. То есть три грядочки у нас есть. Сейчас мы сделаем бабуле забор, и я думаю, можно будет отдохнуть. Ну и, собственно говоря, есть вот такой вот прекрасный туалет. Мы можем сходить в туалет. Да, мы сходим в туалет обязательно. Мы же все-таки цивилизованы. И в туалет нужно ходить там, где он стоит, а не под каким-то кустом, под забором и тому подобное. В общем, значит, все здесь растет, все здесь у нас отлично. Давайте, наверное, наберем воды для того, чтобы просто попить хотя бы, да. И пойдем бабуле чинить забор, друзья мои. Все, огород у нас работает, все отлично.
Так, вот здесь у нас находится бабуля, и мы сейчас вот эти вот дырочки ей здесь залатаем. Получим 300 рублей. Бам, бам, бам. Так, есть, вот здесь вот. Бах. Отлично. Зашибись. Так, значит, вот это. Отлично. И вот это. Хорошо. Так, 16 досок надо сюда потратить. Но, в принципе, здесь все норм. Здесь норм. Вот здесь вот. Полежу немного и встану. Я упал от усталости, господа. Все-таки усталости лучше не пренебрегать. Нормально. И вот смотри, короче. Минус 665 рублей, я так понимаю. Да, деньги минус 618 рублей. И репутация минус 2. То есть все то, что я заслужил непосильным трудом, все то, что я заработал у местных, да, получается все в минус. И здесь у нас областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения, окружная больница округа номер 1. Ну и если мы здесь оказались с вами, ребят, пойдемте зайдем к нашей местному, к нашему местному врачу. Ля какая, доктор Светлана. Приветствую тебя, Иван. В нашу больницу время от времени поступают больные. На днях нам хотят привезти большую партию пациентов из области. Но кормить их нечем, так как бюджет у нас очень ограничен. Не могли бы вы приготовить и привезти нам еду? Ты знаешь, прекрасная мадам, я... 2000 рублей дает за это, ты представляешь? Я, конечно, пока что временно откажусь, но я непременно к тебе зайду еще раз. 100%. Поэтому, ребята, если что, не умирайте, следите за выносливостью. И еще одна небольшая история. Смотрите, друзья мои, здесь на карте... установлены везде вот такие вот автобусные остановки. С помощью этих... Так, подожди, сейчас мы... Ну, конечно, чем мимо проходить? Сейчас соберем, конечно, вот этот вот перегной, навозик и так далее. Я думаю, что деньги сейчас мы получим. Здесь у нас кто? Что за мужчина? Андрей Васильков. Здравствуйте. Могу ли я попросить вас об одолжении? Не могли бы вы принести мне перегной, овечью шерсть и соль? За это он дает 500 рублей и каравай. На перегной у меня 40, овечью 6 я пока что не могу принести, потому что у меня ее нет. А вот бревнышко я у вас возьму, спасибо. Давайте, смотрите, ребят, вот сюда мы приходим, быстрое перемещение, мы выбираем остановка около дома. Потому как забор-то мы все-таки не достроили, бабуля, да? Не достроили. Ну и опять же, да, репутация у нас утеряна, собственно говоря, и деньги тоже утеряны. Обязательно обращайте внимание на усталость. Ну и сейчас, чтобы не повторить данный подвиг снова и не очутиться у прекраснейшей медсестры, мы все-таки пойдем, и я думаю, пару часов мы поспим. Потому что усталость все-таки дает о себе знать, где наша чудеснейшая кровать. Вот здесь вот. И давайте немножко поспим, чтобы не упасть в очередной раз и опять не лишиться денег и репутации. 6 утра, ребят, усталость норм, баланс печальный, но ничего страшного. Так, продолжаем, значит, ремонт бабули. У нас, надеюсь, доски остались, досок осталось, ребят. Кстати, доски мы тоже можем продавать, смотрите. Дочиним ей забор и, собственно говоря, посмотрим, чем заняться дальше. Так, вот, осталось немножко, вот здесь вот, оп, бам, бам. Так, отлично, забор как новенький, только осталось покрасить его, немножко пошкурить, и все, в принципе, будет норм. Оп, отлично. Так, собственно, по-моему, с той стороны еще есть пару дырок, я видел, да, вот, смотрите. Вот здесь вот надо починить. Раз, два, три, отлично. И вот здесь, раз, два, три. Так, ну и еще парочку. Оп, и вот это тоже мы сейчас быстренько починим. В принципе, вот нормальный забор. Все, в принципе, дырок нигде нет, да? Пойдемте у бабули узнаем, собственно говоря, есть ли еще где-то дырки. Так, квест выполняется. Слушай, еще одна дырка. Вот же она, прям рядом с ней, смотри. Значит, вот этот мы сейчас починим, и все, бабуля нам заплатит. Опять же, водочкой, опять же, рубликами. Все, отлично. И у нее будет, наверное, еще какая-то просьба у нас. Сейчас мы, значит, ее узнаем. Милок, молодец, ты настоящий ремонтник. Забор я, бабулька, починил. Все, значит, смотрите. Репутация у нас подросла. Уже репутация 1. Денежки у нас минус 318. И давайте спросим, есть ли какое-нибудь задание для нас у бабули еще. Милый, ты действительно золотой мальчик. Я заметил, что у нас в холодильнике заканчиваются некоторые продукты. Я была бы очень признательна, если бы ты помог мне купить их. Вот список того, что нам нужно купить. То есть нас бабуля, я понимаю, там отправляет в магазин. Хлеб, буханка, одна, яйца 10 штук, фарш упаковка,
Майонез одна упаковочка, растительное масло 3 литра, господи, а зачем столько? Колбаса одна штука. Пожалуйста, старайся выбирать самые свежие и качественные продукты. Помни, что твоя помощь очень важна для меня. И ты всегда делаешь это с такой заботой. Спасибо тебе большое, мой дорогой помощник. Да, обязательно верну тебе деньги за все продукты. А, слушай, бабуля, у меня... Слушай, а мне одному кажется, что бабуля к нам подкатывает или флиртует с нами, да? Что-то мне как-то вот такая мысль меня не посещает. Бабуля, по-моему, флиртует с нами. То есть у нас сейчас пока что денег нет на эти продукты, но вот навозиком мы у тебя немножечко соберем. Навоз мы вот так вот. Плюс 20, отлично. Нужно как-то восполнять наш бюджет. Телевизор. Телевизор возьмем и давайте мы его в сараечку оттащим. Старый ЗИЛ-130. Хороший доставщик старого электрохлама от местных жителей, такого как телевизоры. Чтобы получить награду, пройдите и закиньте телевизор в кузов ЗИЛ и привезите к соответствующей точке. Телевизоры сдаются по одной-две штуки за один заезд в точку сдачи. Мы пока что это сдавать не будем, но вот в сарай мы его точно отнесем. Вот пускай он здесь поваляется, вот сюда вот мы его выкинем. Вот, все, отлично. Будем находить, будем, собственно говоря, их сюда складывать. Давайте проверим наш огород, что там у него, что как дела. А, друзья мои, а здесь все отлично. Смотрите, помидорки растут, значит, смотрите, огурчики тоже растут. И, собственно говоря, все у нас в порядке. У нас есть 6 досок, есть сахар, есть трава, есть перегной, есть 8 бутылок водки, ребят, 8. Что мы делаем? Мы, конечно же, несемся в магазин. Ну и по пути мы все-таки забираем квест у бабули, потому как я думаю, что нам денег на покупку для нее продуктов более чем достаточно. Давайте все-таки возьмем этот квест и давайте принесем, привезем покушать бабушке. Бабушке покушать привезем. Все, значит, квест мы взяли, садимся в нашу пятерочку и летим аккуратненько. Никого... Кстати, башка торчит, смотрите, с крыши. То есть мы слишком большие, да, получается? Иван слишком подрос. Поехали, здесь недалеко. И, кстати, если деньги останутся, мы, конечно же, купим себе еще семян, чтобы прям вот конкретно засадить весь огород. Так, магазин. Отлично. Значит, нам нужно майонез, масло 3 литра и так далее. Так, смотрите, для начала мы продадим, конечно же, водку. Продать все, да? Ну, давайте по одной, значит, подожди, сколько у нас тут? 7 бутылок водки. 7 бутылок водки. Бах, мы это продали. Значит, перегной мы продадим 60, да, получается 60. 60, продать. Бревна пока не трогаем, соль, сахар, доски, дрова нет. Пока что это все нужно самому. Итак, у нас есть 500 рублей. 500 рублей. Я думаю, этого более чем достаточно. Так, и что нам нужно приобрести? Смотри, хлеб одна буханочка, яйца 10 штук. Давайте по хлебу сначала. Смотри, хлеб. Купить, значит, яйца. Ищем яйца. Яйца. Количество. Сразу ставим нолик, дорисовываем и 10 штук покупаем. Покупаем. Растительное масло, майонез. Так, давайте майонез найдем здесь. Здесь где-то был. Вот, майонез. 129 рублей. Слушай, цены, походу, как реальные. Значит, смотри. Буханка 10 штук яиц, фарш одна упаковка, майонез одна упаковонька есть. Растительное масло 3 литра и колбаса одна штука. То есть нам нужно фарш, растительное масло и колбаса. Окей, окей, колбаса. 240 рублей. Ё-моё, слушай, наверное, не хватит. Масло там 100 с чем-то рублей стоит. Слушай, ну нам не хватит, по-любому, да? По-любому не хватит. Так, фарш. А фарш у нас где? Фарш, фарш, фарш. Слушай, вот фарш. Не, 300... Не-не-не, нам не хватит, ребят. То есть, окей, мы этот квест пока оставляем в режиме паузы. И мы ждем урожая с наших грядок. С наших грядок. Так, а почему ты отвернулась? Воу. Мария Ивановна, вы что там делали? Так, давайте купим, знаете что? Давайте купим, наверное, семена помидор. И поедем еще одну грядку посадим. Ну и, собственно говоря, будем ждать урожая помидора, чтобы отвезти, вернее, чтобы докупить бабульке дополнительно продуктов. Поехали. Но и все-таки я прям мечтаю о самогонном аппарате. И, кстати, бутылки с водкой собирать, конечно же, лучше по ночам, так как они подсвечиваются. Так, отлично. Пойдемте проверим заодно, что там с нашим огородом, и посадим еще одну грядоньку. Еще одну грядоньку. Раз, два, три. И возьмем, наверное, вот это вот. Сейчас мы здесь посадим, и все будет у нас офигенно. Так, сажаем помидорки. Не знаю, почему выбрал помидоры. Мне кажется, просто они немножечко будут подороже. Ну, в целом, в принципе, посмотрим, что по цене. Так, отлично, посадили помидоры. Все, в принципе, отлично. Ну, и в целом...
целом, я думаю, что в принципе соберем урожай, докупим бабушке продукты, а дальше будем развиваться и искать самогонный аппарат. Как нам построить, что нам сделать, прокатимся по всей деревне, познакомимся со всеми местными жителями. Игра, друзья, мы сами знаете где, значит, приобрести данную игрушку, сами знаете где, скажу вот так вот, стоит совершенно недорого, бета-версия. И если вы напишете много-много отзывов об этой игрушке, то, возможно, разработчики завезут онлайн в эту версию игры. Если понравилась серия, не забывай написать комментарий, жду продолжения. Продолжим обязательно прохождение посерийно этой чудесной новой игры. Всем приятного времяпрепровождения в выходные дни. Берегите свое здоровье, друзья мои. Всем пока. Жду ваши комментарии.